И как бы он считает, и это вполне правдоподобно, что это связано с расследованием убийства русских журналистов в Центральной Африканской Республике. Знаете вы эту историю? Нет, не знаю. Это вот сейчас мы любой откатываемся. Спасибо большое, что... Спасибо. Да, уже в третий раз в Матре приехали сюда. Да, и, если что, с удовольствием приеду еще. Ну, спасибо, да. И мы рады каждый раз слышать ваши лекции, это всегда очень интересно, потому что, ну, как вы знаете, наши студенты как молодежь тоже, и поэтому, наверное, я думаю, что эти темы очень ближе к нам. И сегодня мы хотели только задать некоторые вопросы, простые вопросы по вашей жизни, по вашему опыту и работе. Mm-hmm. И, наверное, самый интересный вопрос – это почему вам интересно или важно приехать сюда, чтобы читать лекцию нашим студентам, почему вы приняли наше приглашение? Есть простой ответ, и есть mm-hmm. более сложный ответ. Я, если можно, оба дам. Ну, давайте. Значит, простой ответ такой. Ага. Приехать в Монтерей, посмотреть на Тихий океан, и вообще сюда приехать, это очень приятно. Здесь очень красиво, Калифорния замечательная. Mm-hmm. Такого не отказываются. Это простой ответ. Более mm-hmm. сложный ответ такой. Мне кажется, очень важно рассказывать друг другу, как мы живем. Uh-huh. Мне кажется, что очень большое количество проблем, которые есть я сейчас буду говорить, не знаю, про отношения, не знаю, России и Америки, например, да, и происходят эти проблемы, происходят от того, что на самом деле ни одна, ни другая страна, на самом деле, совершенно не понимает друг друга. Uh-huh. Не понимает, как они живут, не понимает, как они думают, не понимает, как принимать решения, не понимает, как устроена политика, общество, люди, в разных странах. Они не понимают и даже очень часто не хотят этого понимать. Mm-hmm. Люди думают разными конструктами, разными предубеждениями, а когда ты начинаешь разбираться в том, как устроена жизнь mm-hmm. здесь, там, во-первых, мне интересно смотреть, как устроена жизнь здесь. Да? Во-вторых, мне интересно рассказывать, как мы работаем, как мы живем. Это все выясняется, что картина гораздо более сложная, многогранная, неочевидная. Mm-hmm. И происходит некоторое очеловечивание, да, происходит некоторый процесс, когда оказывается, что ты имеешь дело не с каким-то абстрактным государством, а имеешь дело с людьми, а люди очень разные. И поэтому, мне кажется, это очень важно рассказывать. Учитывая, что здесь, в Монтерее, я нигде, такой, наверное, не единственное место, но я больше не встречал. Здесь есть люди, которые действительно очень хорошо знают русский язык, которые интересуются тем, что происходит в России или там, в русскоязычных странах. Это рассказать особенно, мне кажется, интересно и важно, потому что, ну, действительно, редко-редко где встречаешь такую экспертизу. Я тоже была на встрече с Познером, и Владимир Красов вспоминал, что он тоже говорил, что есть разные мнения о журналистике в США и в России. Потому что в России никто не думает, что они должны объяснить что-то людей. И поэтому они не говорят журналистам, потому что это не важно. И я не... Как вы думаете, как это может измениться? Мне кажется, у меня сложно дискуссировать с Познером, значит, мне кажется, что главная проблема журналистики в России в том, что профессия журналиста очень часто путается с профессией пиарщика. Между пиаром и журналистикой ставит знак равенства. Фактически, на самом деле, российская пропаганда есть чисто вот пиар, то есть, который очень хорошо работает, но это пропаганда, это государственный пиар, чистой воды. И в этом смысле я не готов рассматривать людей, которые работают в российской СМИ, как журналистов. Познер, он как бы и там, то есть, он занял очень такую позицию, очень специальную. Есть такое как бы телевидение, есть не телевидение, а есть Познер, вот он специальный. В ходе вашей лекции вчера вы сказали, что эта идея как четвертой власти, это не существует в России. И тоже, что эта профессия журнализма, это как в принципе тоже не существует, это принципы журнализма. И, как вы понимаете роль Медузы? Медузы. Я уточню.
наши возможности ограничены, и они не такие, какие должны быть, в принципе, в журналистике в полностью функционирующем обществе. Да, тут важно понимать, что это не только мы ограничены, да, там суд тоже, возможности суда, например, ограничены гораздо больше, чем возможности журналиста. Возможности бизнеса тоже меньше, чем могут быть. То есть это все как бы идет от не до конца, не до конца функционирующего демократического общества, которому вообще-то, которым я лично считаю, давайте не будем мы, я лично считаю, надо стремиться. Ага. Вот. И это некоторая недосягаемая мечта, которую невозможно, не факт, что мы когда-нибудь достигли, но тем не менее есть некоторые идеалы и основные принципы, которые работают далеко не всегда. В этом смысле действительно важно понимать, что мы действительно очень многие вещи делать не можем, да, мы не можем влиять на многие процессы, но на многие процессы мы влиять можем. Во-первых, мы можем работать в долгую, да, то есть мы можем, в принципе, людям объяснять, людей просвещать и рассказывать им, и вообще как бы давать им информацию, давать им некоторые направления и инструкции к их повседневной жизни. Да? Что значит этот закон? На что вы имеете право? То есть это некоторое объяснение, в принципе, это на самом деле знание, это главное. Знание – это главное, что меняет людей, да, то есть, во-первых, знание, когда ты что-то знаешь, чем ты разбираешься, у тебя уходит страх, потому что страх обычно идет от незнания, непонимания, что происходит. Во-вторых, знание – это выводит человека всегда на какой-то другой цивилизационный уровень. Это первое. Второе, мы можем помогать людям, да, если человек попал в беду, если случается какая-то несправедливость, мы можем включиться, и информация, и открытость, она все равно влияет. Она не везде повлияет, но во многих местах это мы можем помочь. Третья вещь, мы просто помогаем людям, не в беде, а мы просто помогаем им жить в той реальности, в которой они находятся, да, как бы мы некоторый их спутник, собеседник, друг, им интересно и приятно быть. В-четвертых, мы просто информируем, да, давать людям знания вообще, не объяснять, как с этим жить, а рассказывать, что происходит, создать некоторую ось координат, это действительно важно. И она может быть разная. Мы показываем свою некоторую картину мира. Один человек рассказал про то, как про людей у Пригожина, которые занимаются всякими решениями проблем с людьми, то есть побить, надавить и так далее. Человек, который давал это интервью, пропал. Видите? То есть это такие, да, это особые случаи. Мне тут сложно говорить, потому что я не уверен, что это какая-то специфичная российская ситуация. Да? То есть это как бы история про некоторых бандитов в законе. Вот. Но тут важно иметь в виду тоже то, что я имею в виду, рассказываю, это касается журналистов федеральных изданий. То есть это касается не региона, конечно, может быть все что угодно. И опять же, это очень зависит от региона. Какой-нибудь маленький, не знаю, Тверская область, Приморский край, Татарстан или Чечня – это абсолютно разные территории, совершенно по-разному работающие, и журналисты там по-разному работают. Очень интересная история. У меня подруга, которая изучала не русский, а татарский. И она изучала и то есть татарский народ в Татарстане. Так что она назначила встречу с представителем оппозиционной партии. То есть это татарская какая-то оппозиционная националистическая партия, они вошли в кафе турецкое кафе, а за ними вошел этот мужик в костюме, сидит рядом, ничего не заказывает, а просто слушает, пить кофе. Они ведут свой разговор, уходят, за ними вышел тот самый. Ну тогда по этому поводу это вопрос полностью связан с вам, но можно сказать, в последнее время появился такой титул «инфлюенсер». Да, вы знаете. И, даже по-русски «инфлюенсер». «Инфлюенсер», да. С таким акцентом сказал. И вопрос такой. Вы считаете себя как инфлюенсером? «Медуза»? Ну, конечно. Как личность.
А себя лично? Да. Ну, вот это сложно говорить. В каком-то виде это, наверное, работает, в каком я не знаю. И всегда стараюсь, честно говоря, избегать таких мыслей. Я просто, правда, честно стараюсь про это не думать. Я не знаю, насколько то, что я говорю, влияет на людей. И я не хочу это ни переоценивать, ни недооценивать, поэтому я просто стараюсь об этом никак не думать. Ну, точно есть очень много людей, которые являются более значительными инфлюенсерами. Жуткое слово. Зачем вы нам его дали? Но чем я уж точно. Ага, хорошо. В ходе вашей лекции мне лично было интересно такой вопрос. Но как вы ответите на вопрос «Where are you from?» или «Откуда?» И потому что здесь, на нашем кампусе, тоже речь идет о как месте происхождения, да? А когда, по-вашему, считаете, или нужно считать, или должен считать место своим? Хороший вопрос. Когда можно сказать, что now «Where are you from?» Это оттуда? Да. Например, в лекции вы сказали, что иногда я скажу, что я из России, иногда я скажу, ну, что я... Я понял, да, нет. Я, в общем-то, когда меня спрашивают это, в целом самый честный ответ для меня будет «я из России, из Москвы». Uh-huh. Для меня я себя воспринимаю так. Uh-huh. Это моя как бы жизнь, она... я там прожил почти всю свою жизнь, и даже когда я там не живу, я все равно себя чувствую там, и там я чувствую себя дома, uh-huh. по-настоящему. Все остальное, это как бы такое. То есть оно есть, но я не скажем так, я связываю с этим свою жизнь. Нет, я живу в Риге 4 года, связываю я свою жизнь с Ригой, нет, я посмотрю Ригу как место, где я живу сейчас, но совершенно не как место, в котором я собираюсь как бы породниться. Да? Насколько место родное? Для меня, безусловно, это Москва. И в этом смысле для меня скорее вопрос, когда меня спрашивают, откуда я, то я скорее буду отвечать, что я не из Москвы в тех случаях, когда... если это в Америке происходит, то я в тех случаях, когда мне просто лень сейчас еще раз шутить про «О, это вы, наши выборы». Mm-hmm. То есть это как... агрессию я пока что не встречал, хотя, наверное, она может быть. Но мне просто как бы одну и ту же шутку каждый раз шутить на улице немножко надоедает. Вот. Хотя это легко можно сделать, вообще есть много направлений, куда эту шутку можно начать шутить. Другое дело, что бывают ситуации другие. Например, когда ты... Я довольно часто езжу. Это тоже, кстати, к первому вопросу, зачем, например, я езжу в Украину. Я довольно часто езжу в Украину, для меня это очень важно, потому что там вот это отчеловечивание и рассказывание друг про друга очень важно работает для меня лично. Mm-hmm. Потому что если ты читаешь новости, все равно ты читаешь новости по-русски, в конце концов у тебя начинаются какие-то мысли про то, что, Господи, что там происходит и так далее. Mm-hmm. На людей важно смотреть. Но когда там тебя спрашивают, откуда ты, просто, не знаю, таксист, то тут я не всегда знаю. Я ехал ночью в Одессе на такси, и меня таксист спрашивает. Он говорит, ну что, откуда ты? Я так труслив, я из Риги. Он говорит, ну что, там так же русских ненавидят, как у нас тут, да? И тут я говорю, ну я вообще из Москвы на самом деле. Да, ну то есть как бывает момент, когда тебе действительно как-то срабатывает какая-то неловкость и непонимание, куда это дальше пойдет. Спасибо большое, что вы приехали и сидели с нами. Спасибо. 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 Спасибо.